У меня было поручение на этой неделе обратить особое внимание на зоны рекреационные, зоны отдыха. Мониторинг уже составлен по этим зонам. Поехала контролировать и заодно посмотрит ваше поручение. И не отпускать эту ситуацию, пока не будет наведен идеальный порядок. Хотя в целом могу сказать, что вот жалоб на скверы от череповчан не поступает. В целом. Жалобы есть, но в основном это придомовые территории, это вопрос КОС. Я эти материалы перенаправляю. Профилактические меры, они дают хороший результат. Я еще раз, на вас реагируют. Вот, если бы игнорировали, я бы сказал, что ваши результаты... Мы ни одно не оставляем без внимания. Это правильно. По этой придомовой территории проводили проверку? Значит, проверку при обходе, значит, еще в мае месяце были нарушения, а сейчас пока, значит, будет дано задание на обход на эту территорию. Мы видим, что... То есть с вашей стороны не было предписано? Высокая трава, значит, ну не успели, видимо, выкосить. Подождите, я четко формулирую вопрос. Предписание с вашей стороны в адрес управляющей компании вот по этой придомовой территории было? Мне нужно этот вопрос уточнить. Ответ не ясен. Было или не было? Выдадим, Юрий Александрович. Ну, значит, выдать с предельно короткими сроками и проконтролировать устранение нарушений. Хорошо. Мы находимся на территории, которую обслуживает ЖО-1 компании «Олимп». Значит, претензий со стороны комитета к данной компании нет уже давно. Значит, хочется выразить слова благодарности работникам этой компании за своевременную работу. Вот мы видим это пример для подражания. Своевременно, без напоминаний, без каких-то разговоров, значит, выходят, содержат, значит, очень качественно покрашена и, значит, детская площадка, и трава, и мусор практически здесь не летают. Профилактика, особенно с применением штрафных санкций, дает очень хорошие результаты. Ее нужно расширять. Меня убеждали, что надо давать срок очень большой для устранения нарушений. Да не приносит это результата. Хоть еще больше сроки давайте. И повторные контрольные мероприятия, к сожалению, показывали, что подрядчики в этом случае никак не реагируют на ваши претензии. А вот штраф оформили, пусть даже не предельный, не максимальный, повторно наказали, очень хорошая профилактическая мера. А еще правильнее, когда вот мы на комиссии рассматриваем и отслеживаем поступление, взыскание этих штрафных санкций. То есть не просто постановление вынесли, а взыскали эти денежные средства в бюджет.